Служба безопасности Украины задержала в Запорожской области главаря и членов террористической группы так называемой ДНР. Она состояла из 4 местных жителей. Возглавлял банду работник уголовного розыска одного из райотделов милиции Запорожской области. Он вербовал пророссийски настроенных граждан и должен был организовать в регионе ряд террористических актов. Для этого боевики наладили поставку боеприпасов и взрывчатки из зоны АТО. Также злоумышленники собирали информацию о расположении украинских военных в регионе. Во время задержания правоохранители изъяли взрывчатку, боеприпасы к автоматическому оружию, полиграфию с сепаратистской символикой и средства связи. Главаря группы подозревают в содействии и участии в террористической деятельности. Сейчас он находится под стражей.